В феврале Беларусь примет участие в выставке Good Food в Дубае. Запланированные встречи и переговоры с дистрибьюторами, оптовыми покупателями и производителями продуктов питания многих стран мира. Эти мероприятия не только способствуют обмену опытом, но и приводят к заключению важных контрактов и установлению долгосрочного сотрудничества. Востребованность выставки среди экспонентов во многом объясняется и местом проведения. Ведь Дубай – это ключевой центр импорта пищевой продукции в регионе Персидского залива, а также важнейший мировой узел реэкспорта товаров.